Двери закрыты. Срущий призрак! Что происходит? Нет! Глэдпинс! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в I'm on Observation Duty 6. Шестая часть этой прекрасной криповой игры, где мы должны будем наблюдать за чужой квартирой. Наблюдать и выискивать призраков. А вы слышите, какой у меня голос сейчас очень низкий, потому что я, не знаю, горло, короче, посадил под простыл. Поэтому сегодня я буду говорить очень жутким басовым голосом. Как раз-таки подходящим к этой игре. Итак, погодите, а что это такое? Summer Cottage? Летний коттедж, бассейн. Ой, тут много всяких левелов. Если вам вдруг зайдет, мы пройдем их всех. Давайте начнем с поезда. Поставьте лайк сразу, давайте нормал. Поставьте лайк сразу, подпишитесь на канал, чтобы у меня точно получилось. Короче, суть та же, мы должны сообщать об аномалиях. Мы в поезде, вот это прикольный сеттинг. Мы будем наблюдать. Здесь, как я и сказал, 100 пудов будет какая-то картинка страшная. Надо смотреть, сколько у нас всего камер. И как нам сообщать? Сообщить камера malfunction. Вот это что значит? Никаких аномалий не было найдено. Эта игра по-другому немножко работает. Черт, нам придется пройти через это долгое обучение, именно чтобы наш глаз натренировался выискивать аномалии. Здесь пока вроде ничего такого нового нету, ничего страшного. Разве что вот эти вот плакаты неприятные. Ладно, давайте дальше смотреть. Ну-ка, что здесь может быть? Свет, дым или пар, призрак, искажение, проблемы с камерой, abyss. Что значит abyss? Кто его вообще знает? Никто не знает, что это значит. Мы не можем посмотреть никаких подсказок. Бездна, abyss. Если мы увидим бездну, тогда мы будем сообщать об этом. О, улыбчивый день. В зеркале нету ничего. Здесь тоже все в порядке. Пока не вижу никакой аномалии. Ничего пока не поменялось. А почему в этом поезде должны быть призраки? Что с ним произошло? Непонятно, почему здесь люди оставили свои вещи, багаж, хавчик, рюкзак, все оставили, как будто все внезапно исчезли. Наверное, в этом вся история. Люди здесь внезапно исчезли и нас послали сюда, чтобы мы проверили, нет ли здесь никаких аномалий. Разве так непонятно, если люди внезапно исчезли? Что? Что такое? Внимание, сотрудники. Очень много аномалий в моей области. Найдите их и сообщите о них. Так. Здесь свет, свет, свет. Я не знаю, что такое. Что это? Частный? Это частное купе, наверное? Да. Аномалия была найдена. О, какие-то неприятно. Все, я починил. Так, погодите. Получается, есть, допустим, если свет нажму, тут есть, где кушают, здесь, где спят, пассажиры сидят. А, все. В принципе, все логично, все понятно. Все, нас начинают атаковать аномалиями. Не позволю. Я, блин, не позволю. Не... Что? А это что? Тут нет такого, что типа звук. Однако звук был очень аномальный. Какой-то огромный колокол. Может быть, в этом поезде есть церковный вагон, я не знаю. Вроде бы никаких аномалий не замечено. Блин, вот это что такое? По-моему, этого не было. Берись. Вот это я! Вот это я хорошо увидел, вот это я молодец. А сколько мы должны продержаться здесь? До 6 утра, наверное, да? Сейчас уже 1:26. Ну, слушайте... Больше ничего не происходит. Кажется, все в порядке. Может быть, только кресло подвинулось. На всякий случай наябедничаем. Нет, никаких аномалий не найдено. Да блин, ну что же вы хотите от меня? Я боюсь, я не хочу умереть. Что? Аномалии победили? Все кончено. Вы только две аномалии нашли. В смысле? А вы пропустили движение объекта в постер? И еще какое-то движение объекта. В туалете был постер? В вагоне-ресторане... Двигались предметы. Чего? Так, давайте поиграем еще раз. Надо быть внимательнее смотреть. Сейчас мы с вами увидим все в первозданном виде. Здесь чемодан. Чемодан. Кола лежит. В приватном VIP-купе здесь все в порядке. Вот так. Должно быть. Вот это есть в порядке. Вот это тоже в порядке. И здесь. Что же мы не увидели? Потому что все было на месте. Может быть, вот эта табличка двигалась? Давай же, Евгений, ты же мастер подглядывать за людьми. Ну почему у тебя не получается видеть такие тонкие детали? И что же это получается? Всего 3 аномалии пропустил, подох. О! Тут же слева, внизу и написано, что за камеру мы сейчас видим. Это кабина машиниста. Это пассажирская зона. Приватная, сонная и кушательная. Сральная. Представляете, что перед каждым отправлением поезда сначала его проверяет аномалист. Не знаю, как называется человек, который занимается поиском аномалий. Аномалист. Это я. Не, а прикиньте, есть такая теневая служба, о которой никогда не говорят людям, чтобы панику не вызывать. То есть самолеты перед отправлением проверяют какой-нибудь экстрасенс. Или человек, который вот так с камерами сидит. Поезда, лифты, вообще любые транспорты. Ты вызываешь такси, и перед тем, как оно подъедет к тебе, водитель проверяет его на наличие аномалий.
Блин, черт тебя дери! Охренеть, я немножечко пересрал. Решил примерить жилет. Призрак машиниста. Такую аномалию было трудно не заметить. О, это было жутковато, честно скажу. Неожиданно. Никогда не знаешь, что за визуал тебя ждет. Вот чем мне нравится эта профессия. Всегда удивляешься, никогда не скучно. Все кажется в порядке. Так, слушайте, кажется, уже начинается прям атака, а я ничего не вижу. Я не вижу никаких следов аномалий. Все в порядке. Во-во-во-во-во, стоп. Я могу просто вот так нажать? Это будет считаться? Да, аномалия обнаружена. Есть искажение. Это, видимо, то, что мы не можем нажать. Да, если будет дым, мы же не сможем нажать конкретно на дым. Мы будем нажимать на элемент... А, вот что за колокол. Это значит час ночи. Так, ну здесь вроде бы ничего не двигается. Возможно, сумка повернулась чуток. Есть такое у меня подозрение. Ах ты, гребаная сумка! А, нет, это башмаки были. Это были башмаки. Окей. Сто пудов чайник что-то шалит, да? Ты что-то удумал, чайник? Нет, это я чайник в поиске аномалий. Термос всегда... Да, термос всегда был здесь, сто пудов. Свет! Свет в прайвете. Дальше двигаемся. Кажется, все идеально. На всякий случай, вот на это нажмем. Вдруг кто-то трогал зубную щетку. Нет. Вот-вот, я тебя увидел. Подохнешь. Изыди! Изыди туда, откуда ты пришло! Откуда мог прийти термос? Из шкафчика. Вот и вали туда в свой шкафчик. Я, конечно же, жду появления чего-нибудь супер стрёмного. Вот как было здесь. Все хорошо. Никаких проблем. И здесь, кажется, тоже все в порядке. Нужно быть очень внимательным. Очень внимательным. Кажется, все в порядке пока что. На всякий случай на кнопочке еще раз нажму. Здесь. Никаких аномалий. Давайте вот сюда нажмем, потому что я что-то не уверен. Я самый отвратительный работник, потому что я забрасываю начальство всякими бесполезными отчетами. Вот посмотрите, какой классный мишка. Я просто от скуки такой. Вот, босс, есть мишка, прикольно, да? Ладно, еще рюкзачок, на всякий случай. Мне он не нравится. Нет, рюкзачок в порядке. Я настолько не понимаю, что еще, потому что больше ничего. Этот поезд абсолютно безвреден, в нем нет никаких аномалий. А, вон лежит. Это труп лежит там, под простыней, фу, это жутко, это жутко. Видите, он подошел, у меня аж мурашки по коже, он подошел, пока я не смотрел, расстелил это все и накрылся. Картинки, вроде бы все с ними в порядке. О, свет, сейчас, быстрее. Свет в туалете. Не упустим тебя, мерцание света. Почините лапочку, пожалуйста, спасибо. 2 часа. Ну что ж, походу сейчас начнется массированная бомбардировка аномалиями. Но я уже, в принципе, изучил все локации. Ничего мимо меня не пройдет. Ничего, абсолютно. Мишка сидит там, где сидел. Здесь все в порядке. В всякий случай, вот здесь, возможно, дальний стол. Специально не вот сюда все внимание наше обращает. Ага, вся жесть происходит там. Нет. Давайте вот сюда нажмем на всякий случай. Пофиг. Вроде бы стул так же, как и был. Да? Стул так же, как и был? Так же, как и был. Кружка. Была ли здесь кружка? Я не помню. Черт, никаких аномалий. Вот, возможно, отсюда кружка исчезла. Вот здесь была, по-моему. Дерьмо. Щетка зубная. Ты как смеешь, призрак, чистить зубы чужой зубной щеткой? Это не гигиенично. Мерзавец. Негодяй. Смотрите, что за... Что это такое? Это какой-то маленький кейс или книжка? Книжка, открывающая проход в ту сторону. В ту самую сторону, где смерть. Стаканчики. Почему-то они мое внимание привлекли. Надо чуйки свои доверять сразу. Да. Точнее, нет. Но чуйки надо доверять все равно. Так, в кабине нет никого. Здесь... Тоже все в порядке. Ну, кажется, все в порядке. Слушайте, ну ничего нет. Уже 2:30. Вот это может быть. Я не помню, было это или не было. Хорошо, давай его на чемодан на этот наябничаем, потому что, возможно, он был красный. Но это я так сейчас. Или, может быть, вот этот был красным. Я не помню. Почему? Что? Что происходит? Внимание, сотрудник. Очень много. А, это нас предупреждают. Ой, плохо дело. Что именно? Говорят очень много аномалий, но я не вижу нифига. Стакан? Вот этот стакан. Давай, вот его. Пожалуйста, не хочу проиграть. Я хочу выжить. О! Так. Вот, быстрее, 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 живем. Давай, давай, сообщай. Есть. Хорошо. Я продлил себе жизнь немножечко. Продолжаем быстрее смотреть. Он говорит, что очень много аномалий, но я не вижу. Сумочка эта вообще никак не двигается. Чемодан, все в порядке. О, скорее. Сообщили. Вешалка устранена. Вешалки очень опасны. Значит, этот стакан не вреден никому. Плакаты как были, так и остались. Здесь плакаты нормально, все. О, что же не так? Что же тут не так? Может быть, вот это все-таки. О, 3 часа. Это тревогу на меня навевает. Что-то мне не нравится. Я каждый раз на это кликаю, но, возможно, тут ничего не меняется. Кто его знает, что здесь может быть? Да какого черта? Как так?
Как ты так-то я проиграл? Вы избавили мир от 11 аномалий, друзья мои. Это тоже предмет гордости. Давайте узнаем, какие мы пропустили. Постеры в вагоне-ресторане, постер в туалете. Что с постером было в туалете? Может быть, там надпись меняется? Дополнительный объект в пассажирском вагоне. Мы попробуем снова, конечно же. Какой был дополнительный предмет здесь? И что за постер был вот тут? Вот эти постеры? Какой-то из этих постеров? Клянусь, ну не менялся он. Если что, я еще не смотрел сам ролик, который я только что отснял. Поэтому я не вижу. Возможно, на монтаже реально что-то изменилось. Но сейчас я пока не понимаю, что конкретно. Мне в памяти картинка вот такая же. Знаете, я не удивлюсь, если они кидают предметы вот сюда, в темень, где нифига не видно. Раз, два, три, четыре предмета здесь. Запомним. Короче, когда будет 3 часа ночи, я буду просто клацать на плакаты. На всякий случай. Какая мразь. Как, что это? Что это? Что это? Что это? Призрак, да, призрак. Пассажирском. Как будто в самом начале самые страшные призраки появляются. А потом просто постеры меняют. Что это? Что это такое? Это дым, это какая-то воронка. Будет ли это считаться даже? Да, да, я хорошо обнаружил все. Это не дым, ничего такого. Просто портал в ад. Получается, по логике этой игры, что призрак исчезает, как только ты о нем сообщаешь. Что ж, это получается. Если я увижу призрака, прибегу к вам и расскажу о нем. Типа, мол, там был призрак, очень страшный. Вот прям просто такой дьявол с рогами, с ушами, с копытами. Пойдемте, покажу. Вы приходите в комнату, а его нет. По идее, вы не имеете права сомневаться в том, что он был. Я же о нем сообщил, и он исчез. Значит, он точно был. А значит, все, кто занимается поиском призраков, достоверно, максимально. Ни в коем случае нельзя сомневаться в них. О, дядя лежит. Ну, это конечная остановка. Ну, выходим. Мужчина, выходим. Сразу на плакат наябедничать. И на плакат номер 2 наябедничать. Ах ты, термос. Ах ты, гребаный призрачный термос. Пошел отсюда, изыди. Вот, все. Все под подозрением, понятно? Все абсолютно. Как-то нынче мало аномалий. Ладно, давайте на плакат, на всякий случай. Просто не... О, вот ты. Тебя я не помню. Тебя здесь не было. Да, я так и знал. Ты что, был огнетушитель какой-то, видимо? Гребаный огнетушитель, затесался там. Мне приходится тыкать пальцем на всех. Что поделать? Такая работа. В этом мире все может быть аномалией. Возможно, я аномалия. Но никому об этом не говорите, потому что тогда я исчезну. О! Просто скелетик лежит. Скелетик ушел. А я продолжаю бдеть от страха. Все в порядке. Здесь предметы как и были. Продолжаем. Опа, 2 часа. Кто-то башмаки раскидал, а? Эти призраки не любят порядок. Здесь все абсолютно в порядке, но на всякий случай плакаты. Плакаты самая проблемная часть для меня. Я сообщу про все плакаты. Да, все нормально здесь с ними, оказывается. Ладно. Пусть мне такой голос. Он очень низкий, такой бархатный стал. Вам нравится мой голос? Аномально сексуальный, конечно же. Ой, смотрите, в урне кто-то лампочку выкинул. Здесь новые предметы появились. Может быть, розетка? Может быть, здесь розетки не было? Это вагон? Не VIP. Тут не должно быть розетки. Черт! Должна быть. Откуда же ждать аномалий? Нет. Много аномалий. Очень много аномалий. Какого черта? Где? Ну где? Ну нету. Ну нету ничего. Фишка может быть. Enters for a place only. Может быть ты? Здесь все как и было. Я просран. Итак, давайте еще раз. Дополнительный объект в пассажирском. Аномалия двери в частном... купе. И манипуляции с объектами в кабине. Как это так? Какие манипуляции? Давайте еще раз внимательно изучать. Дополнительный объект был вот здесь. Какой был дополнительный объект? Ничего не было. Может быть, экран дополнительный появился? 3 экрана. Это надо запомнить. Вот эти журнальчики, они как были, так и были. Всегда никогда не менялись. Сэндвич с термосом и кола всегда были на месте. Ничего не менялось здесь. Вот тут была манипуляция с дверью. А какая была манипуляция с дверью, я вообще не понимаю. И также взаимодействие с объектами в кабине машиниста. Может быть, рычаги были? Слушайте, походу надо на все нажимать. Вот если просто чувствуешь, что лучше нажать, нажимай. Вот такое правило теперь у нас будет. Скелет. Вот просто сразу зашел. Вот какого хрена? Интересно, будет что-нибудь жесткое? Чтобы я аж пересрал. Пока самое страшное было этот призрак, который одел на себя жилетку. Все рычаги опущены вниз. Давайте просто запомним. Они все должны быть внизу. А еще есть вот эти переключатели. Или 2 вниз, 2 вверх. Я задолбаюсь все это запоминать. То башмаки опять раскидал. А, опять, смотрите. Вы начинаете повторяться, друзья. Придумайте что-нибудь новенькое, страшное. Опа, видели, 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 колу кто-то толкнул. Я понял, надо дольше смотреть, потому что предметы могут не сразу двигаться. Мы учимся. Здесь у нас все в порядке. Отлично. Вагон-ресторан. Кажется, чист. Туалет. Грязен. Но чист. Почему в туалетах все время такие пятнистые? Даже если они моют стульчики, ободки, все равно они выглядят так, как будто они уже просто все
чумой заражены. Уже полвторого, подозрительно спокойно. Нет никаких признаков движения объектов, призраков. Возможно, нас ждет спокойная ночь. Ага! Столкновение неизбежно. Фу, неприятно. Давайте бросьте мне эти ваши ложные показания. Я могу только ложные показания давать. Дверь открыта. Скорее. Так, все, отчет отправил ложный. Теперь давайте на дверь наябедничаем. Кто-то открыл дверь. Вот так, должен об этом знать. Оп! Так, хорошо, давайте. Дым. Дым в кабине машиниста. Все, исчез. А может быть две аномалии в одном месте сразу? Кто посмел? Ну кто это сделал, а? Что за говно? Это даже не происходит на самом деле. Это только аномалия моей камеры? Может ли такое быть? Потому что когда я говорю о том, что кто-то стаканчики раскидал, они тут же исчезают. А кто делает, чтобы они исчезали? Оп! Вижу тебя. Здесь, в пассажирском. В пассажирском все в порядке. В купе все в порядке. В сонном царстве тоже все спокойно. О. Так, я понял, что это. Это, наверное, бездна. Бездна в туалете. Пожалуйста, это же бездна? Да. Иронично, что бездна именно в туалете. Продолжаем, ладно, смотреть, что у нас тут. Здесь все в порядке. Ничего не изменилось. Чувствую, я запарюсь над чем-то. Здесь плакаты одинаковые. Микроволновка, стаканы, тарелки. Чем черт не шутит, двери закрыты. Срущий призрак. Что происходит? Эй, я... Нет! Это был срущий призрак. Он же сущее зло. Он заставил мою камеру сделать зум на него. Все хорошо, продолжаем. Господи, не хочется просирать сейчас. Вроде так хорошо идем. Почти 3 часа. На всякий случай плакат. О нем стоит сообщить. Это хороший плакат. А что с ним было не так? То есть, с ним что-то было не так, но я не понял. Все же было нормально. Обычный плакат. Тут, кстати, давно ничего не появлялось. Потому что самое тихое место в поезде. 3 часа. О боже мой. На всякий случай, на плакаты. Плакаты самая опасная вещь для меня, потому что я ее не вижу. Может быть, вот этот плакат? А, вот, вот, все, хорошо. Это мы устраним сразу, мы увидели. А так все в целом нормально, да? Чувствую, я, кажется, побеждаю. Ну, давай вот это, что ли, сообщим на всякий случай. Зубная щетка, да? Думал, я не замечу. В туалете все хорошо. Ну, ну и кто кресло крутанул? В надежде, что я не замечу. Я всегда увижу. Опять? Не трогай ты зубную щетку. Это же зубная щетка ребенка. Уже 3:30. Это, кстати, рекорд. Мы так далеко еще не продвигались. Мы выживаем. Адаптируемся, учимся. А вот сейчас я практически ни хрена не вижу. Давайте попробуем сюда клац. Все слишком хорошо. Началось. В туалете свет. Ага. И на всякий случай на плакат. Почему бы нет? Рычаги на месте. Кружка, ручка. Все как и было. Правда, по-моему, за эту катку ни разу здесь ничего не происходило. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Нету ничего. И здесь? Дверь, 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 дверь. Обнаружено. Послано. Здесь все в порядке. Здесь? Возвращаемся сюда. Я боюсь, что где-то здесь есть что-то, что мы не видим. Очень может быть так. Может быть, чемодан этот. Возможно, кстати, чемодан двигается. Давайте на него. Просто на всякий случай. Лучше наябедничать. Здесь. Все идеально, но я нажму вот сюда. Так, погодите, что-то здесь не так. Кто оставил следы? 4 часа. Ну разве это не белиссимо? Ну разве я не Ghostbuster топовый? Смотрите. Журнальчик-то исчез. Возможно, призрак взял его с собой в туалет. И, переключившись на туалет, мы его увидим. Туалет? Где-то, погодите, стоп, стоп, стоп. Давайте здесь хорошо посмотрим. Нет, здесь все в порядке. Теперь здесь. Стаканчики. В туалете нет никого. Что-то я не верю. Мне кажется, плакат плохой. Нет, с плакатом все в порядке. Я теперь параною насчет плаката. Окей. О! Какой-то артист журнал появился. Дерьмо журнал, не хочу. Я хочу, чтобы он здесь был. Следов нету, двери закрыты. Может быть, здесь нельзя забывать про плакаты тут. И вот про этот. Теперь дальше идем. И вот этот плакат. Дверь закрыта. 4 туалетки. Туалет открыт. Все на месте. Рычаги на месте. Может быть, здесь манипуляции какие-то были. Устраним на всякий случай. И начинаю потихонечку нервничать, потому что уже 4:30. 4:30. Может быть, это лишняя ножка. Нет. Это не лишняя ножка. Все в порядке с этой ножкой. Может быть, пролежни на подушках? Вот эти вмятины. Может быть такое. Может быть. В то же время и может и не быть. Ой, блин! Черт! Скорей! Нет! Скорей! А! Тварь! Почему? Почему я проиграл? А еще была аномалия с дверью в частном купе. Что нужно было делать с этим вторженцем? Знаете что, давайте изучать. Как мы должны поступать, если будет вторженец? Бездна, камера не функционирует, искажение, призрак. Понятия не имею. Наверное, просто нужно было на него наябедничать, но я не успел по какой-то причине. Поэтому лучше не переключаться. Мы аномалию вот так вот сообщили о ней. Ждем
ответа, и только потом переключаемся, чтобы быть готовыми. Вот так и поступаем отныне. Уже эта катка должна быть последней, победной. Мы уже всему научились, все знаем. Ко всему готовы. А, погодите! Вот, эту штуку переместили. Ах, ублюдство какое. Как я не заметил этого. Светящаяся урна. Не нужно нам это. О, Мишка переместился. Не надо мне этого, пожалуйста. Иди обратно. Пусть призраки тебя оставят. Все, призраки оставили его. Теперь это не проклятая игрушка. Вот я увидел, что с плакатами наконец-таки было не так. Все, они перестают быть цветными, они черно-белые. А с этим тогда плакатом что может быть? Давайте попробуем сейчас. Нет, с ним все в порядке. 2 часа ночи, неплохо идем, аномалий в этот раз очень мало. Разве что стаканчики опять раскидали. Я теперь на каждом круге обязательно на этот плакат нажимаю, потому что я не уверен. Вот, наконец-таки я увидел, смотрите, 4 экрана. Ты не должен здесь быть. Да. Ух, хорошо, хорошо. Мы теперь точно знаем, что мы правильно смотрели. Значит, выиграть теперь гораздо больше шансов. О, опять ты. Я думаю, что делать с тем вторженцем? Может быть, реально нужно будет на него просто успеть отчет отправить? Вот, смотрите. Как только ты войдешь, ты никогда не выйдешь. Вот это я наблюдательный. Я еще с самого начала игры смотрел на эту табличку. Че? Свет в туалете. Давайте на плакат. С ним. О, задымление! Задымление в кабине. А в остальном все спокойно. Поезд пригоден для того, чтобы перевозить пассажиров. 3 часа. Господи, я так хочу сейчас выиграть. У меня есть все шансы. Я практически знаю, где какая аномалия должна появиться. И здесь. О! Это тот мужик из туалета? Мне нравится, когда новые призраки появляются. Я тебе не доверяю. Скорее всего, здесь просто какой-то другой текст написан. Подозрительно тихо. Подозрительно мало аномалий в этот раз. Мне кажется, что меня будет так атаковать жестко сейчас. О, чертов телек! А, ну кто так делает? Ну зачем? Что за вандалы эти призраки? Может быть, это призраки вандалов? Мне кажется, интеллигентные люди, когда умирают, вряд ли такой фигней занимаются. Что у нас тут? Не знаю, давайте сообщим. Да что такое, почему? Уже почти 4 часа, никто не атакует меня. А, внимание! Внимание? Что ты хочешь сказать? А! Скорее, какой-то пришелец атакует! Пришелец, кыш, изыди! Возможно, я себе спас только что. Здесь все в порядке. Тут. Давайте вот сюда нажмем. Что еще? Что еще? Что еще? Не хочу проиграть. 4 часа. Что еще? Пожалуйста. Ничего же нету. Вот, призрак. А, да-да-да-да-да-да. Призрак, в пассажирском. Призрак в пассажирском. Подохни! Есть. Итак, 4 часа. Атака очень массированная. Надо быть готовым ко всему. Здесь. Возможно, какие-то манипуляции с дверью, я не уверен, но возможно. Здесь что у нас? На щетку на месте, Мишка, все хорошо. И здесь все нормально. Да что вы от меня хотите? Может быть, рюкзак? Может быть, он не на месте? О, вот дверь открыта! Наконец-то! Сейчас, пока не переключаемся. Я же сообщил. Я же сообщил о нем. Нифига себе, 19 аномалий. Я говорю, что ничего нету. Что было не так? Объект в спальне перемещен. А, ну вот, я просто не успел отчет дать. Черт. И дополнительный объект в вагоне-ресторане. Давайте попробуем еще раз. Это было жутко сейчас. Я ждал, что я прям увижу, как дверь открывается с таким звуком громким. Надо чуть-чуть подольше находиться на каждой камере. Потому что что-то может произойти прямо на моих глазах. 2 часа. Ну, очень хорошо идем. Свет. Свет в сортире. Что-то тут постоянно свет мерцает. Значит, с плакатом все в порядке. Вроде не бывает, чтобы 2 аномалии были одновременно в одной комнате. О! Смотрите, заплесневелый сэндвич. Может быть, это я не замечал. А я становлюсь хорош в этой игре. Очень хорош. Дублирующихся объектов нету. Ничего нет. Ближе к 4 часам ночи. Я буду всегда наготове, прежде чем переключить камеру. Чтобы, если вдруг что, я бы сразу мог сообщить. Потому что пока что вторженцы. Вот самое опасное. Ибо я не совсем понимаю, что с ними... Плакат! Плакат был не в порядке. Но я не... до сих пор не понимаю, что же там было не так. Надо абсолютно всегда нажимать на плакат. Призрак! Призрак! Шептун, отвратительно, иди отсюда. Камера, да? Это камера? Это проблемы с камерой, ведь правильно? Нет, что я должен нажать? Что я должен нажать? Дисторшн, искажение? Может быть, искажение? Искажение, конечно же, наверное.
Есть! О, слава богу! О, как много времени потерял на этом. Все, дальше все хорошо. Да, все окей. Это было очень неожиданно. Но благо я сориентировался. А был какой-то таймер, и по истечении которого я бы проиграл вот с этим искажением. 3 часа. Вон он! Вижу тебя, говнина. Это же приватный купе, ну зачем? Зачем ты подглядываешь? Хотя он же призрак, что ему еще делать? Надо же хоть как-то развлекаться в том мире. Плакат, да? Ты, Smile Day, Saturday, Saturday, актер... Нет, я, наверное, за всю игру так и не пойму, что не так с плакатом. Ничего не... Фух. Хорошо, что я понаблюдал. Все-таки все эти движения предметов происходят по-настоящему. Это не то, чтобы там... Какое-то, знаете, просто переключение картинки. Это происходит все. И нам просто везет напороться на это иногда. Нужно где-то 5 секунд, как минимум, находиться на одной локации. А, стаканчики. Ну зачем? Уже почти 4 часа. И я начинаю нервничать. Это тот толстый мужик дерьминый просто сиранул прямо в раковину. Это было трудно не заметить и не почуять. 4 часа. Ужаси, Евгений. Сейчас начинается самый хардкор. Что-то дублируется? Ничего. Нет. Все, кажется, на месте. Как это? Да, бездна в туалете. От бездны избавились. В пассажирском. Не происходит ничего аномального. Далее. Ага, урна. Только 11 минут прошло, быстрее. Время, пожалуйста. Мчись. Так, тихо. Тихо, блин, стал. Что? Откуда будет атака? Погодите. Что? Нет кабины. Камера не работает. В кабине. Как наблюдательно. Ой, я тут понапереключал этих камер. После туалета всегда идет кабина пилота, машиниста. Ладно, снова пассажирский. Дальше идет приватный. А, вижу тебя. Сволочуга. Потом идет кушальня, где все абсолютно не выдает никаких признаков полтергейста. Плакат, может быть, ты? Давайте еще раз. Должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 комнат всего. Это первая. И в ней нету ничего подозрительного. Вторая. Отлично. Журнал. Комната номер 3. 5 часов! Ой, дай выжечь! Это 4-я комната. Все нормально здесь? 5-я. Что это был за звук? Что это за звук? Искажение? А, нет, это в целом. Это в целом начинает пугать. Я время тратил на этот звук. Я дичайше нервничаю. Вот говно, я не вижу ничего. Ничего не поменялось. Где ничего не меняется? А, нет! Нет, прошу тебя! Дальше смотрим, все нормально? Где-то что-то есть, но я не вижу! Да ради бога! Я не готов проиграть сейчас! А! Быстрей! Быстрей! Нет! Кыш! Есть! Так, здесь все нормально? Что за доктор зло был? Что же тут не так? А, вижу! Стаканы, быстрее! Сними тут ваши плеча, быстрее! Убирай! Есть! 30 минут осталось. Мы сможем. Возможно. Прошу тебя, покажись! Следы! Следы успел. Я так долго к этому шел, я так старался. Я же очень старался. Предметы. Здесь все на месте. Должно же быть что-то. На всякий случай. Instant suffering! Нашел! Обнаружил! Еще сюда надо было смотреть, оказывается, все это время. Окей, обезопасил себя немножечко, дал, выиграл время. Кажется, тут все нормально. Плакат? Ты ублюдешь ты сегодня или как? Нормальный плакат. 5 минут осталось. Я тебя умоляю. Давай. 9. 59. Осталась 1 минута. Да! А, мое горло. Есть! Мы это сделали! Экстаз. Просто экстаз. Ну, как хорошо у нас получилось. Просто вырвали зубами победу. Я надеюсь, что вам понравилось. Если хотите, чтобы я поиграл еще в другие левелы, пишите обязательно в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Юджин, и всем 5!